Дети – это наше будущее, а потому уже со школьной скамьи необходимо не только прививать им культуру общения, воспитывать правильные ценности и расширять кругозор, но и знакомить их с действующим законодательством. Ведь это то, что пригодится в жизни каждому гражданину. В игровой форме такие знания получать легко и интересно. Об этом знают и сотрудники правоохранительных органов, у которых большой опыт взаимодействия с молодежью. Сотрудники Ленинского РОВД, да и все правоохранители уделяют особое внимание нашим детям, нашему подрастающему поколению. В рамках правовой игры, в рамках обычных бесед мы доносим ребятам правила безопасного поведения, говорим о недопущении совершения абсолютно любых и разносторонних противоправных действий. Для учащихся школы два раза в год проходят прекрасные мероприятия. У нас уже была встреча с департаментом охраны, с кинологами, с школой кинологов города Бреста Догенхаус. А сегодня мы встречаем ИДН. Администрации Ленинского района города Бреста. Уже не впервые в средней школе номер 20 в рамках недели правового просвещения проводится интеллектуальный квест «Своя игра». Старшеклассникам предлагается проверить свою эрудицию в разных сферах, в том числе в области права, узнать что-то новое, испытать свои силы в борьбе с соперниками. Благодаря этой игре можно найти какую-то новую информацию, и при случае, если у нас что-то случается, мы можем применить эти знания, ну как бы как на всякий случай. Данная игра сама по себе очень интересная механика начисления баллов и своей непредсказуемостью в конечном результате. Совместное мероприятие в рамках сотрудничества инспекции по делам несовершеннолетних, управления внутренних дел с учреждением образования будут продолжены. Ведь это не только отличная альтернатива проведения досуга, но и масштабная воспитательная работа, которая включает много направлений и дает свои плоды в будущем.